Показать все, что скрыто солнечным светом. И звезды, и черные дыры. Такую задачу поставили европейские астрономы перед чилийским телескопом. И сделали гигафотографию Млечного Пути. Картина, конечно, завораживающая. Любуемся с Полиной Крикун. Каталог на 84 миллиона звезд. Самая подробная фотоперепись нашей галактики за всю историю астрономии. Рассмотреть можно каждую точку Млечного Пути. То, что человек не увидит своим глазом ни днем, ни ночью. 150 гигапикселей весом 25 гигабайт. Этот портрет неба теперь доступен каждому. А это художник. Гигантский телескоп на юге Чили, состоящий из четырех отдельных, каждый с зеркалом диаметром 8,2 метра. А все вместе они могут различать в 25 раз больше и видеть с максимальной точностью самые дальние звезды. Астрономы шутят. То же самое, что по двум фарам на расстоянии Луны определить марку автомобиля. А если и не звезды, то черные дыры. Массив Black Hole. Мы доказали, что в центре нашей галактики есть массивная черная дыра. Она в 3 миллиона раза больше, чем наше Солнце, и спрятана как бы внутри Млечного Пути. Обсерватория, где стоят самые сильные телескопы в мире, создана в 1962 году, 50 лет спустя, в бесплодной сухой пустыне Атакама. Астрономы делают самые значимые в мире открытия. Совсем скоро именно Чили будет страной астрономов. Здесь будет сосредоточено до 70% самых больших телескопов, направленных в небо. Это здесь нашли и сфотографировали первую экзопланету. Здесь же пытаются определить ее химический состав и ищут жизнь во Вселенной. Но для этого нужен новый телескоп, о котором пока только мечтают. Чрезвычайно большой телескоп будет почти 40 метров диаметром, то есть в 5 раз больше, чем есть сейчас. Для нас это настоящий прорыв. Мельчайшие детали звезд мы сможем видеть в 5 раз точнее, а дальность этого телескопа будет в 25 раз больше. Это будет новая эпоха в астрономии, уж поверьте мне. Ну а репутация Южной обсерватории в Чили, которую финансируют 15 европейских стран, сравнима с НАСА. Достижение новых высот в прямом и переносном смысле ее главная задача. И гигапортретом Млечного Пути лучшие астрономы мира вряд ли ограничатся. Полина Крикун, Станислав Богомаз, Вести.